Я раскроила пояс, и теперь я его хочу продублировать. У меня есть специальный дублерин для твида. Он очень тоненький, подходит для таких тканей. Раскрою дублерин и продублирую пояс. Я выбирала между двумя дублеринами. Вот этот, которым я воспользовалась, он не нарушил структуру твида. Твид остался подвижным, мягким. Второй дублерин у меня потолще, и ткани он не подошел. Ткань становится такая жесткая, неподвижная, как бумажный лист. А вот этот замечательно подошел. Вот такой красивый пояс у меня получился. Я его продублировала и придала красивую форму.